Доброе утро, мои хорошие. Ну, короче, вот такой у меня будет завтрак. Винегрет и рыбка. Вот. И рыбка. Форель, рыбка. Горбуши не было, семги не было. Сегодня у меня форель. Форель, мои хорошие. Погода хорошая в Анапе. Утро. Доброе. Кс-кс-кс. Пойдем, Чуп. Кс-кс-кс. Кот, как всегда, не давал спать. Горшками своими и так далее. То поссал два раза, то посрал. То эту миску переворачивает с водой. И так далее. И так далее. Давайте с вами позавтракаем. Вот такой у нас день. Магнит на месте, стройка, все на месте, дома на месте. Все, слава богу, все на месте. Я тоже на месте. Морешка, морешка. Вот стройка, мои хорошие. Вот. Сколько времени, сейчас скажу. Время 08:08, 19 число, 10 месяц, 2021 год, а скоро будет 22, мои хорошие. Кто болеет, желаю выздороветь. Сейчас с этим ковидом жопа. Вот такая погода, вот такие тучки, но солнышко все равно вылазит. У нас там кто-то живет, вон шалаше, люди какие-то живут. Не знаю, что у них случилось в жизни, но они почему-то там живут. Не знаю, вот так, мои хорошие. Давайте покушаем с вами. Приятного аппетита, кто будет пить кофе, кушать бутерброды, завтракать. Хорошего вам настроения, хорошего вам всего. Мои любимые, мои хорошие ребятушки. Ой, строители что-то сегодня еще не вышли на стройку, только, видимо, собираются. Ну, не знаю, фундамент сохнет. Что там делать, в принципе? Ну, вот мой завтрак. Что-нибудь включить? Может, канал бомжей? Может, еще что-нибудь? Может, порнушку включим, мои хорошие? Да пошутила я. Зачем оно мне надо? Вот честно, зачем мне это надо? Вот честно. Шутка. Просто я пощутила мои любимые. Мои хорошие. Горят. Лучше ржать в руках. Давайте завтракать. Давайте завтракать. А вот строители появились. Уже на работу. На работу, представьте себе. Вот, на работу уже. Люди. Люди. А что они там прям в вагончиках живут? Им выйти-то вообще. Приятного аппетита. Мукбанг. Винегрет. Винегрет, рыбка. Что еще надо? Ну, филе, ну понятно. Куриное, что ли, филе? Да. Куриное или индейка? Я не знаю там. Короче, индейка, вот, да, мы вчера... Что еще надо? Вот такая система, мои хорошие. Он мне такой вопрос задает. Мои пригожие, все, мои хорошие. Скажу, хочу себе жечь. Верну меня... Можешь что-то забрать? Так он уже это сколько раз говорил? Да, я не знаю, говорю, ты сам там это. Рулик своей темы. Прежде чем его забрать, он должен может, себя он... полюбить, как бы, да, измениться. Ты сам это, я не знаю, может тебя кто-то заберет. Я вчера вам сказала, Ростов, KFC. Чумадан, зато не джип повезти. У меня есть KFC рядом. Горит она, Димон, оставь. Макдональдс там, KFC, блин.
в моем районе. Чего смеешься? Лимонад. Так вот прям пьешь, да, выдыхаешь. Вкусно. Да? Как вы думаете, вкусно? Наташка, что мы тогда поболее брали, они побольше были. На палочках они там еще побольше. Ну вот эти купаты. Нет, они не. Кстати, у меня еще колбаса есть. Ну, что-то я да. не стала открывать. Кушаю и смотрю в окошко. Что там у Алисы спросить, какая погода в Анапе? Черный кипон. Короче, черный кипон, черные штаны. Вообще, что, прям... Да, и перцы еще, да, придачу? Ну, нет, перцы они... Ну, можно и перцы. Лонат, перцы одевай, чтобы далеко не бегали. Один раз ноги все сотрется больше. Ну, да, перцы они... Ну, не знаю, ну... Они тяжелые? Нет, перцы можно вот... Вкусный какой на завтрак. Потому, ну, перцы... Как вкусно! Привет, друзья! С вами я, Ольга и Сафа. У нас новый день. Мы тут решили приготовить дамламу или дамляма, как называется. Так, Алиса. Алиса, какая погода в Анапе сегодня? Сейчас в Анапе плюс 11, пасмурно. Сегодня осадков не обещали. Днем до плюс 13, а вечером плюс 9. Будет облачно с прояснениями. Алиса, какая погода в Санкт-Петербурге сегодня? Сейчас в Санкт-Петербурге плюс 2, пасмурно. Снег с дождем начнется через час и продлится менее часа. Днем до плюс 3, а вечером 0. Ожидается небольшой снег. А в Анапе плюс 11, плюс 12. 13 даже. В Санкт-Петербурге-то, мои кажется, хорошие. Погода налаживается. Нет, похолодало. Пока, Алис. Похолодало. Похолодало, мои хорошие. Похолодало, мои. Ну, похолодало, мои хорошие, да? Мои. У нас тепло. Это у вас в Санкт-Петербурге похолодало, мои хорошие. В Москве тоже похолодало. Ну, говорят, что будет якобы тепло. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Я 5 лет уже перцы не ношу, 5 лет. До сих пор ноги не вылечил. 5 лет уже ноги не могу вылечить. Ну, строители уже работают. На пятках вот такие, на топках. Вот такое время уже работают. Нарастают мертвые. Мертвые кожи. Да, постоянно. И не убирают. Вы любите винегрет? Это уже после армии, я думаю. А я думаю, да. Летом в Казахстане плюс 45-50, поле. Ты идешь в шерстяных теплых носках. Вот видели, какая погода в Анапе? Тепло. Тепло, мои хорошие. Портянок уже нет. Знаешь, какого года в армии? Ты что, носки выдают толстые? Я не знаю, я в армии, потому что меня не взяли в армию. Вот уже с 10-го, с 8-го портянок дают толстые носки вместо них. Лето, зимой не важно. Толстые носки. Мукбанг какой классный. Вина не хватает. Тихо одеваешь, плюс 45, идешь по Казахстану, по полю. Я не знаю, как. Ноги, на пошел. Я вот, я тебе говорю, я уже одевали. Тряпки. Косочки. Портянки. Да, ну, сколько? Когда сапоги были. Когда я солю рыбу, у меня нет косочек. Сейчас перцы.
и носки такие длинные, как у тебя чулки. Чулки, да. Ну, длинные, как у тебя. Приятного аппетита, мои хорошие. Вадик, а ты служил, что ли, в армии? Ты в армии был? Не был? А, ты же вот говорил. Приятного аппетита. Смотрящий, короче. Я говорю, я вот мне вот такая пачка приходила, от комиссию приходили в военкомат. Постоянно мне Юрка, пройди-ка. Ладно, я прошел. В итоге меня не взяли. Усочка, видели? Вот, когда ну, самой да, солишь, такого нету. А когда покупаешь, пипец. А я так ходил. Старался, вот так. Разницу уловили? Уловили разницу? Нет, зачем? Просто на обследование. Пройти обследование. Я неделю прилежал. Я говорю, а какой? Он говорит, вот, есть военкомат. Там тебе, ну они, я не знаю. Там тебе скажут. Да, вот пришли. Вкусно. Билет вот этот. Вкусно. Ну, я не знаю, там, как это называют. Мне на билет, все, ты. Просто мне сказали, ты не годишь, не годишь. Распишись здесь, там, там. А тебе здесь тем, хоть диагноз что-то должен. Диагноз. Нет, там номер же, номер пишет. Нет, мы ему должны же психиатрии сказать. Вы кто? Он знает, что он делает. Давай. Ну, это что, в Москве? В Санкт-Петербурге потеплеет. Ну, уже осень, что вы хотели? Зима скоро. В некоторых городах уже снег. Ой, сахар имеет. Сахар имеет. Батарейки нет просто. Вот сюда вставляется, это видишь, полоски. Ну, вот такой вот. Я не хочу, чтобы они так же гуляли, как я. Начни себя, а? Они понятно, чем я начну. Ой, я даже замолчала. Вкусно так. Какие наушники? Ой, это не наушники. О чем ты задумалась? О море, наверное. Море. А зачем здесь зарядка, когда здесь батарейка? Море и рыбка. Может так, а от этого еще можно зарядка. Или подключать его можно. Включать можно. Это точно не зарядка уж. Ой, не наушники. Нет, это зарядное устройство. Да. На, короче, же. Балуси. За место с мотыком. В общем, приятного вам аппетита, хорошего вам дня. KFC. А это такая Ростокс. KFC, мои хорошие, у меня здесь в двух шагах. Шаг сделай. С подъезда выходишь и сразу KFC. Вот так и сразу KFC. Ладно, мои хорошие. До скорой встречи. Очень вкусно, да? Очень классный завтрак. Хулиган. Потушил. Горячий, может, смотри, что? И загорелый. Аккуратнее смотрите. Угу. Печку больше, а печку точно. Сгорят нахер, сгорят. Будут держать в руках. Оставь Юрок, сейчас догорится уже. Сейчас не трогай. Сейчас нормально все будет. Сейчас вот немножко вам пламя угаснет, и можете ставить. Да, да, потому что сейчас вот такое, как в большом пламени просто они будут гореть. На.
Может, еще кофе попить? Вот тебе и пирожки. С бутиками. Мы вчера с Женей, короче, пришли. Сгущенки нет, но у меня магазин прямо внизу есть. Спускаешься? Сразу магазин в доме. Вот так. Ну понятно, куриное что ли? Ладно, мои хорошие, пока-пока. Куриное или индейка? Я не знаю. Пока-пока. До скорой встречи. Всем приятного аппетита.